Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт популярного тиктокера, и я тут буду творить всякую дичь. Он не знает, что я на его аккаунте, но, ребята, не пугайтесь, также, помимо всего этого, мы посмотрим, какие у него скины, и еще я его прокачаю. Короче, ребята, когда он зайдет на аккаунт, он будет просто в шоке от радости, потому что, ребята, я сегодня его очень сильно удивлю. Но вы, мои подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! Давайте обо всем по порядку, как я вообще попал на его аккаунт. Короче, ребята, примерно один год назад я снимал видео, прокачал аккаунт тиктокера, можно посмотреть на ютубе. Так вот, прямо сейчас я зашел на этот же сам аккаунт, потому что он не поменял логин и пароль. И прямо сейчас мы будем его пранковать. Почему, если нравится пломба рубрика, прямо на секунду приказ. Лайк и подписка. Поехали. 5 minutes later. Так, короче, ребята, все, я зашел на аккаунт. Давайте вначале посмотрим, что же тут и как. Давайте обо всем по порядочку. Первое, что хочу сказать, Gold Pass куплен на 180 уровней. Ну, сразу видно, богатый тиктокер. У него, кстати, в тиктоке, пацаны, почти 200к подписчиков. Это просто капец. Кстати, да, пацаны, подпишитесь на мой тикток. Ссылочка в описании, потому что, ребята, я тоже тиктокер. Нифига себе, у меня 600к подписчиков. Так, ребят, смотрим профиль. Лучший ранг рейнджер, 54% побед, ну хэштег не паника. Во втором сезоне звание отсутствует, в первом сезоне звание отсутствует, потому что этому аккаунту всего лишь один год. Звание в союзниках, чемпион, ну прям как у кента, братанчик, ну я тебе скажу только одно, мое уважение. Неплохо, 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 КД 1.89, но тут, ребята, он меня уже переплюнул. И посмотрите, всего лишь 185 часов в онлайне, я просто в шоке. Так, давайте посмотрим в истории матчей, 0 мэр он получил, как он играет, в каком он месте играет, а ну-ка. 1.4, ой, нуб галимый, так, а тут какое место, а ну-ка, 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 ну-ка. Так, 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 а тут третье место, 12 на 15, но все равно минус свой КД, братанчик, ну, конечно, нубик. Обращайся, кенту, я тебя, говорится, прокачаю. Так, ребят, ну что, теперь давайте посмотрим его клан, что там и как он стоит в клане. В клане ПКС? Обалдеть, я конечно, все понимаю, так это получается киберкотлета у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, так я не понимаю, а что это киберкотлета минус КД играет? 300 заявок друзей, 42 друга, все, ребята, все как положено, все как надо. О, и теперь давайте немножко похулиганим, посчитаем личное сообщение, как же это будет интересненько. Так, давайте читать. Точка. Кто-то написал ему точечку. Я тоже точечку отправлю. Так, ребята, смотрим дальше, что написано. Привет, хотел спросить, не знаешь, еще киберспортивный клан? Я просто про него долго не слышал. Я хотел бы побыть в ПКС, говорю. Маслята. Маслята топ-1 киберклан. Ну, ребят, ну что за запросы? Конечно же, Маслята топ-1. Можно в клан, напишу. Да у нас клан нубов. Го лучше в Маслята. О, нормально. Можно, друзья, пожалуйста, братан? Конечно, можно. Я сегодня добрый, поэтому всем разрешаю. Говорится, кому должен, все прощаю. Ха! Точка. Да, блин, что они все точки ставят? Нет, я тоже точку поставлю. Привет, ку! У парня аватарочка клана фермера. Давайте ему напишу. Здорово, нуб! Ну, страшно, понимал, кто тут нуб, кто тут про. Так, ребят, ну чё, а теперь самый-самый интересный. Я вам сейчас покажу его инвентарь, с которым мы будем шалить, потому что вы там будете просто в шоках. Там такой инвентарь. Обалдеть просто. Все, ребята, поехали. Опа! Опа! 1, 2, 3, let's go, everybody, dance of this. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мать моя женщина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 ножичков. Акверты хастатрек. Вы просто посмотрите на эту малышку, на эти наклеечки, на эти брелки. 653 кило. Обалденимус. 5-7 вином статрек. Не, ребят, вот это я понял. АВМ Спорт В2. Вы серьезно? Вот так вот меньше тиктокера живут, да? Это по-вашему нормально, да, ребят? Даже Киан ТПК нахрен на свой инвентарь всю жизнь собирал, а тиктокеры просто пиу! И сразу АВМ Спорт В2, сразу М9 Байонет, сразу КРТ Хастатрек. Вот это я понимаю, вот это, конечно, люди живут, да, ребят, жируют. Ох, ребят, ребят, так. Тут у нас идут рарочки, все по дефолтику, листаем вниз, 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 вниз. Ребята, вы посмотрите, как же много тут разных наклеек, как же много тут разных брелков. Стикер Winter Fun Color, ну не поганенько. А наклейки Аркана есть?
Есть, ребята, еще у нас медаль новая WinterFan 2022. Ну, короче, инвентарь очень-таки нескромный. Очень-таки нескромный. И я, ребята, считаю, что мы должны это исправить. Ну еще ж, вы не писали, что Кента ПК, что ты издеваешься над людьми? Ребят, вот, Кента ПК дал 1200 голды. Поэтому, ребят, не переживайте. Я еще его и прокачаю сегодня. И запранкую. Ой, блин, ребята, вот честно. Вот я завидую этому тиктокеру. Я его и пропиарил. Я его и прокачал. Я его и пранканул. Ну, ребята, просто трындец. Так, агасики. Блин, как думаете, нам что-то выпадет сегодня или нет? Потому что, ребята, у меня такое ощущение, что будет пробитие. Будет пробитие, ребят, сегодня. Так, ребята, ну что, давайте еще немножечко похулиганим. Так, совершенно немножко, совершенно немножечко. Ну, например, сделаем ник Януб Галимый, чтобы он сразу понял, кто это такой. Потому что Нуб Галимый, так только Кент ПК говорит. Януб Галимый. И давайте аватарчик поменяем на какой-то смешной. Так, будет он бомбочка, будет чисто разрывным типом. Нормально, будет бомбочка. Так, ребят, ну что. Так, а давайте-ка мы, знаете, что мы сделаем. Сейчас будет, наверное, очень обидно, очень жестко. Я выставлю его АВМ Спорт В2 на рынок за 300 тысяч голды. Просто представьте, он заходит на аккаунт АВМ Спорт В2, нема, пропал, испарился. Так, все, главное не перепутать и не продать за 24 голды. Так, все, ребят, просто все нормально, поставили за 300 косарей. Так, нормально, нормально, начинаем пранковать молодого. Так, ребята, а теперь давайте немножечко похулиганим, попродаем его скины. Так, надеюсь, он не видит, так, чтобы продать, я вот думаю, слушайте, а давайте-ка мы продадим, ну, например, МП7 Лич продадим за 5 голды, так сказать, по скидочке сегодня, ребята, говорится, все по-честному, без обмана начальника Сулеймана, сегодня у нас скидочки, все, ребят, продали, продали МП7 Лич, так, что еще можно продать? Пока что, ребят, по лайту, МП7 Туерса, сколько он стоит? Ого, 230 голды! Так, ребят, пока никто не видит, мы сделаем подешевение, 39 голды. Пожалуйста, на меня не обижайся, братан, это пранк, я все дам. Так, все, ребята, попранканули немножко, да? Немножко, говорится, словили смеяку. Теперь, ребята, давайте, сейчас, ну, чтобы я не был как последним человеком, последней скотиной, давайте-ка мы, ребята, прямо сейчас продим весь его инвентарь за 0.3. Ха! Ладно, шучу. Давайте-ка мы прямо сейчас выбьем ему пару перчаток. Ну, а чё бы нет, ребята, ну, надо порадовать тиктокера, надо порадовать молодого. Ну, а чё бы нет, пацаны, погнали! Опа! Опа! Давай! Давай! Так, ребят, пока что FAMAS Engine. Ничего страшненького, ничего страшненького. Так, ребят, давайте дальше. Давайте дальше. Йел Буст, пожалуйста, можно перчатки? Ну, реально, мне реально как-то неловко. Я попродавал его скины. Вдруг это были его любимые скины. А я вот взял все и продал, пожалуйста. Хотя бы одну арканочку можно. Так, 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 так. Ну, это, не, ну это нормально по-вашему. Ну куда нам Т9 тропик? Ну куда нам этот Т9 тропик? Ну ладно, ребят, надежда помирает последняя. Ну почему? Что мы с вами делаем? Мы с вами закрываем глаза и все мысленно думаем про перчатки. Перчатки, перчатки, зима, перчатки, холодно, сами понимаете. И нам выпадает обратно Т9 тропик. Ой, ну спасибо, конечно, большое с 2-2. Так, пожалуйста, я тебя прошу. Давай перчатки, потому что если перчатки не выпадут, мне придется давать свою голду, вы понимаете. А Кента пока не очень хочет давать свою голду, сами понимаете. У меня немного, у меня всего лишь 220 тысяч, почему я на нуле. Так, ребят, райвел кейсочек, делаем буст раз, делаем буст 2, делаем буст 3, делаем буст 4. Хэштег аркан в комментариях, хэштег удача и поехали. Опа, ой-ой-ой, как много аркан пролетело и нам выпадает, знаете что? А нам им стрэмбикл подать. Не, ребят, ну я считаю, это некрасиво. Я считаю, это неправильно. Так, давайте еще раз. Дело будет раз, дело будет 2, дело будет 3. G-команда Флорал, выпади! Пожалуйста, ради тиктокера. Я не знаю, ребят, надо посмотреть какие-то бусты с тиктока. Это аккаунт тиктокера, может, не знаю. Может, надо смотреть бусты с тиктока, чтобы что-то выпадало нормально. Сотрек! Блин, не сотрек, ничего страшного, ребят. У нас еще половина, половина кисечков. Поэтому все нормально. Так, ребят, давайте верим в лучшее, надеемся. Вера, надежда, любовь. Погнали, 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 ребята, у меня чувачки. Ща будет легендарочка, давай сотрек, давай сотрек. Да хватит издеваться, дайте нам сотрек. Так, ребята, окей, мы не сдаемся, ни шагу назад, только вперед. Просто, ребят, поехали, собрались. И давайте, давайте, давайте смотреть. Стоять, стоять, куда пошел? Да не надо мы этот P350 ралли. Блин, ребят, ну такой шлак выпадает, ну прям обидно. Ну ничего, ребят, ничего страшного, вы сами знаете меня. Вот у меня часто такое бывает, что, знаете, выпадает какие-то дешевые скины, а потом, опа-на! И, например, Легаси выпадет. Такое тоже может быть, потом почины. Давайте, давайте, давайте. М110 кибер. Ну да, неплохой скин. Дерьмо, ладно. Не буду обманывать. Блин, реально плохие скины выпадают. Так, ребят, давайте фейбл кейсичек. Дело будет раз, дело будет 2, дело будет 3, дело будет 4, дело будет 5, дело будет 6. Пожалуйста, фейбл кейсичек, докажи то, что ты не скам.
Я тебя умоляю, ради меня, ради семьи. Легаси пролетел! Five Seven Tactical. Да, конечно, это мощно. Будет очень смешно, если сейчас в последних двух кейсичках выпадет какой-то ножичек. Это будет реально очень угарно. Так, ну ладно, погнали, пацаны. Так, ага, понял, пробитие нема. Нет, пробитие. Обидно, обидно, ребят, но мы не сдаемся. Прямо сейчас я открываю еще один фейбл кейсик. Пожалуйста, Legacy, я обращаюсь к тебе как к человеку. Будь ты человеком уже в конце концов. Дай нам какой-то нормальный скин. Так, ребят, и нам впадает. Т9 фейбл. Статрек, давай статрек. Опять не статрек! Так, короче, ребят, немножко похулиганили, но как-то что-то мне кажется, что он будет недоволен такой прокачкой, да, скажет Кент ПК. А что ты зашел на вокал? Ты вообще неадекват! А ну выйди пивами, больше не заходи! Поэтому, ребята, прямо сейчас дядечка Кента ПК даст ему еще голды! Нам надо больше голды! Ха-ха! Короче, ребятки, я уже ему закинул 4500 голды, даже вы не писали, что это пока жлоб, да, 4500 голды. И я даже купил один АКР Дрэгон, да-да-да, это не хухры-мухры, один АКР Дрэгон у него уже в инвентаре. Так, ребята, ну что же, ну а прямо сейчас мы идем дальше тратить эту голду. Все-таки как-никак, ребята, это у нас троллинг-видео, поэтому мы прямо сейчас заходим, ребята, на наши любимые анкамоночки. Ой, сейчас будет больно, чисто 700 штук. О-хо-хо-хо! Чисто 700 штук! Ахалай-махалай! Получай! Ой, ребят, ребят! Мне кажется, после этого видео он будет очень зол на Кента ПК. Ну, ребята, это все пранк, это все шутка. Я ему дал много голды, и по идее он должен быть довольным. Если, брат, ты недоволен, извини меня от чистого сердца, извиняюсь, брат. Фартук масло оливье обнял, приподнял. Так, ребят, ну что, а давайте, знаете что, давайте еще купим Хэллоуин пак и откроем его. Просто представьте, насколько же это будет интересно. Давайте, ребята, прямо сейчас. Хэллоуин пак стоит 620 голды. Просто беру и покупаю на язычах, все. Теперь самое главное подождать, чтобы рынок развис, и можно будет открыть Хэллоуин пак и посмотреть на весь инвентарь с этими анкомонками. Я вот тут подумал, а давай-ка еще один фурис кейсичек, а вдруг ему керамбитик выбьем, потому что, ребята, у меня чуечка, сейчас выпадет рарка. Ну, а если чуечка говорит, что будет рарка, значит выпадет аркана, ну вы поняли, от обратного, ребят. Все, все купили, переходим к нему в инвентарь. Ох ты, блин, ох ты, блин, ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите на вот это, да, ребят, конечно, ха-ха, прибавилось у него скинов в инвентаре. Так, ну что же, поехали, чарм-пак, просто, ребята, получу крутенький, брат, пожалуйста, ради подписчика, ради тиктокера, ну-ну-ну, дай, дай ты ему удачу, я тебя очень сильно прошу, все, ребята, поехали, 1, 2, 3, паук, выпади! Давай, 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 паучок, давай, 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 легендарка, да ну, сколько стоит, подождите, I have only one question, 394 голды, ребят, ну не поганенько, это чисто подарочек от кента, ну ё-моё, так, и давайте прямо сейчас откроем Furious Case, сейчас дело будет с раз, дело будет с два, дело будет с три, дело будет с четыре, и поехали, не, ребят, ну я считаю, что вот такой вот уже подгон, который есть на данный момент на аккаунте, это уже очень-таки неплохо, еще и Desert Eagle Red Dragon, тоже ему дарю, все, ребята, то есть мы ему оставляем 3600 голды, оставляем ему Акер Dragon, оставляем ему легендарку, только она где-то там снизу, короче, улетела пупу мира из-за этих анкомонок. Оставляем ему еще 700 анкомонок. Короче, ребят, вот как вышло видео. С вами был ваш Кент ПК. Если нравятся подобные взломщики кого-либо, прожимайте огромнейший лайк. Подпишитесь на мой канал, потому что, пацаны, не все подписываются. Это проблема. Пожалуйста, подпишитесь. И на инстаграмчик, там почти 100к по-братски, мужики. Ссылочка в описании на мой тикток, на мой инстаграм, на мой ютуб. Обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока.